спасибо. Игрок Иван Нагибин ответит нам на вопросы после первого тайма. Иван, Уфа уступает. Почему? Ну, абсолютно ничего не получается в атаке. Да и, в принципе, по всей игре каких-то таких конструктивных действий нет. Ну, пропустили мяч, да, сейчас нужно будет во втором тайме, ну, чтобы не стало, наладить игру и постараться забить два мяча, чтобы выиграть. Ранее вы сами выступали, играли в Сибири. Скажите, насколько изменилась команда с тех пор? Ну, я знаю там каждого человека, из тренерского штаба всех знаю, руководство все знаю. Ну, не сильно изменилось, поэтому там все мои знакомые. С кем-то пообщались до матча? Ну, конечно, с ребятами немножко пообщались. Времени, конечно, мало было, 15 минут, не успели. Спасибо большое. Иван Нагибин отвечал на вопросы. Я передаю слово нашим комментаторам.